Всем привет! Меня зовут Ирина. Я активная участница проекта Wise Deposit уже 2,5 года. Пришла я туда в октябре 2019 года. Многие мне задают вопрос: Ирина, а есть ли здесь риски? Какие гарантии дает проект Wise Deposit? Ну, конечно же, риски есть везде. Это только мошенники говорят, что нет никаких рисков, приходите сюда, здесь у вас 100% гарантии, что вы получите свои деньги. Давайте теперь разберемся, какие риски есть в проекте Wise Deposit. Работа системы взаимного финансирования зависит от участников. Если они будут финансировать друг друга, создавая новые депозиты, то все будет работать сколь угодно долго. Причем благодаря страховке вкладов, даже без притока новых участников. А если перестанут, то все остановится. Поэтому никаких гарантий, обязательств и обещаний не предоставляется. Все в руках участников. Участники, создавая депозиты и финансируя других участников, делают это просто так, по своему личному праву распоряжаться своими средствами, безвозмездно, окончательно и необратимо, без каких-либо гарантий, обязательств и обещаний по взаимному финансированию. То есть, возможна ситуация, когда участник будет финансировать депозиты других участников, но его депозит не получит взаимного финансирования от них в результате того, что они просто не захотят это сделать. В этом случае никаких возвратов осуществлено быть не может, так как вклады делались исключительно с целью безвозмездного финансирования других участников, без каких-либо гарантий и обязательств. Участие в системе осуществляется добровольно на свой страх и риск. В силу распределенности и международного характера системы, она подвержена влиянию катастроф лишь глобальных масштабов. Такие явления, как мировые финансовые кризисы, массовая остановка основных платежных систем или всей банковской системы, в целом могут приводить к сбоям в работе системы или к ее полной остановке. Wise Deposit не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные совместным использованием паролей или кражей персональных данных. Мы настоятельно рекомендуем вам максимально надежно хранить ваши данные, необходимые для аутентификации и доступа к вашему личному профилю, почте и настройкам. Не разглашайте свои личные данные третьим лицам. Система постоянно совершенствуется, и данные правила могут меняться в результате приспособления системы к новым реалиям жизни. Новости об изменении правил регулярно публикуются на сайте. Временные изменения какого-либо из принципов участия или инструмента могут быть дополнительно описаны в актуальных публикациях на сайте. Мы с вами рассмотрели, какие риски есть в проекте Wise Deposit. Но тем не менее, люди сюда вносят свои деньги, не боятся вносить свои деньги. Да я Wise Deposit доверяю больше, чем любому другому банку. И 2,5 года я делаю гораздо больше вкладов здесь, нежели чем я создаю депозиты в банке, например, под 2,5% годовых. Если вы еще не участвуете в этом замечательном проекте, которому уже несколько лет он себя хорошо зарекомендовал, то моя партнерская ссылочка находится под этим видео. Регистрируйтесь, и мои контактные данные также находятся под видео. Будем строить пассивный доход вместе. Пока-пока!